сегодня хотел бы показать. Так, я все настроил. Так, сегодня 28.12.2016 года еще. Так, осталось 3 дня до Нового года, и я решил, почему бы мне не сделать новое видео. Я написал на сайте, что больше видео выходить не будет в этом году, только новогодний стрим. А он будет через 3 дня. Ну, наверное, кто не читал, тот, может, не знает. Просто так говорю. В общем, ребят, сегодня я решил поиграть в Warface, но вообще это видео не запланированное. Я для вас готовил на январь. Именно на январь готовил антигрифер шоу, уже что-то новое. И вот что-то такое, наверное, будет. В общем, это видео как бы не идет с другими видеороликами. Как бы это видео вообще не должно было быть, и сейчас его вообще не должно быть. Так, ладно. Сегодня я без шапки, опять в темноте. Я хотел поиграть в Hello Neighbor, потом думаю, зачем мне это делать? Зачем мне что-то там, ну, пытаться что-то сделать? Почему бы мне не поиграть, ну, понятно, в чего. Короче, в Warface. Почему вот вы сейчас не видите картинку? Потому что я еще не включил Warface, и вот что я от вас сейчас, вот, потребую, можно сказать. Стало отписываться от меня дофигища человек, а это значит, что видеоролики будут выходить реже, чем обычно. Ну, потому что, ну, это понятно. Подписчиков мало, видео редко выходит. Подписчиков дофига и дофига видеороликов. То есть в день я могу по 10 видеороликов даже выкладывать иногда. Ладно, сегодня мы начинаем играть в Warface. Кто не помнит, то я последний раз стримил эту игру, но я решил сегодня не стримить ее. То есть сегодня мы опять поиграем во что-нибудь, ну не знаю, или в белую акулу поиграть. В общем, ладно, посмотрим. Короче, вот может даже сказать, что это такой вот видеоролик, в котором я просто, ну, буду играть в белую акулу. Все. Я не знаю, у меня аук будет еще работать, нет? Наверное, закончился он уже. Аук А3 Гхбар. Ну, не знаю. Ладно. Так, давайте посмотрим сейчас, что будет с этим, я даже не знаю. Потому что я так давно не играл уже в Warface, что там уже ежедневный бонус. Ого, как здесь все обновили. То есть это даже будет сейчас обновление какое-то, ребят. Я даже не знал, что обновили игру. Давайте сейчас настрою. Последнее, что я снимал, это был GTA 5, кто помнит. А потом был мультик. Ну, если вы смотрели мультик, то молодцы. Так, ладно. Нет, что-то не показывает, ребят. Странно. Это реально что-то странное. У меня не показывает экран игры. Хм. Ладно. Как бы пофиг. Так. Ну тогда крутите до того момента этот видеоролик, когда я уже начну играть. А это вот сейчас уже началось. В общем, да, я зашел в игру. Это видеоролик. Это не стрим. Это не какие-то штуки. И первое то, что я хотел показать, у меня закончился аук А3 Гхбар. Так. Как вы помните, я его покупал вот со стока. Я его покупал навсегда. Но потом решил купить его на 30 дней. Итого я купил где-то, ну, на ну, в общем, на целый месяц он. Так, в общем, ладно. Мы сегодня начинаем играть. Так, тяжелые ботинки. Аж у меня закончились. Я даже не помню, они у меня были. Так, первый день. Здесь даже все изменилось. Смотрите, даже на 7-й день будет особая награда. Это VIP. То есть, если вы видите, то это круто. Так, вы долго этого ждали. Ну, точнее, вы не ждали того, чтобы я обновил игру, но вы ждали Warface. Так же, как ждете Шервуда. Но Шервуд, наверное, не будет. Итак, карта Сибирь. Новый год для режима выживания. Так, новый вариант нефтебазы. То есть, смотрите, вот Сибирь есть. То есть, смотрите, сколько карт. 3 новые карты. Сибирь Новый год, ангар Новый год и нефтебаза Новый год. Да все. Так, давайте смотреть тогда магазин. Что здесь изменилось? Так, появилась елка. Дальше вот, наверное, камера не будет показывать. Ну ладно, давайте вот так сделаю. Так, новогодняя граната. Мы сейчас все это осмотрим, все посмотрим. Новогодний комплект. Что в него входит?
В него входят устрашающие маски штурмовика на 7 дней. Ну, короче, маски. На 7 дней каждая. Потом. Бронежилеты, ботинки, перчатки и гранаты. Ну и оружие. На 7 дней. Все на 7 дней, то есть навсегда ничего не дается. Ладно. Вот такой у меня игрок. Кто-то просто писал в комментариях, что я не умею крутить персонажей. Но я вам доказываю, что я могу это делать. Так. Вот, смотрите. Что здесь появилось нового? Да особо ничего. Так, а ближний бой. Так. Вот это Валтер, а сколько будет? А, только 30 дней. Ну, я тогда не хочу. Если был бы навсегда, то я бы купил. Да. Так. Ближний бой, лопатум я куплена уже. Так. Это гранаты. Гранат у меня дофига. Так, ну здесь ничего не изменилось, так и осталось. То есть здесь особого ничего не изменилось. То есть тактический шлем какой-то появился. И саперный шлем. Хотя его не было. Стоп. Не понял. Это что? Это... Ребята, это обновление. Серьезно, смотрите. Просто у меня все куплены уже. Как так получилось-то? Эй. Смотрите, добавилось новое снаряжение. То есть можно купить теперь этот, ну то есть шлем. И вот это у меня недоступно, но смотрите, какой он крутой-то. Эй. Хорошо. Нет, он был вроде, но я его как-то не замечал. То есть я могу купить даже этот шлем. Так. Тут тоже, смотрите, изменилось. Смотрите-ка, вообще. Так вы посмотрите. Так, склад. Вот смотрите, сколько у меня бронежилетов. А, у меня есть не. Ладно. В общем, ладно. С этим мы разобрались. Давайте еще посмотрим. Внешне смотрите, как это обновилось. Да нет, вроде. Коробок новых нету. Вроде новогодних коробок нету. Есть какой-то Макпул. Но смотрите. Золотой Макпул FMG9. Это только золото может быть. Может такое вот выпасть. Я открывать не буду, потому что у меня кредитов ноль, поэтому как бы, ну, открывать нет смысла. У меня на другом аккаунте дофигища кредитов, но тратить кредит на оружие, на коробки, я не собираюсь. Лучше купить, там, я не знаю, ну, навсегда лучше оружие. Если оно будет, то тогда... О, ночной тигр и фантом. Ну, я не знаю, я эту штуку не буду открывать, он мне нафиг не нужен, как бы. У меня и так хороший. А у меня аук закончился, блин. Ладно, у меня аук закончился, то есть я теперь не смогу поиграть, да? Так. Ладно, что я там? Ладно. Вот, карта Сибирь. Давайте начнем. Я просто сейчас поиграю, кто не понял. Я вот сейчас просто поиграю. То есть, смотрите, здесь изменилось все. Тут, ну, как сказать. Тут изменилось весь полигон. Смотрите, тут елка появилась. Такая, ну, она как деревянная какая-то, смотрите. Ну, я не успел показать, ладно. Так, Сибирь, Новый год. Я не знаю, что это такое, что вообще-то за карта. Я это вижу впервые вообще в Warface, так как даже на первом аккаунте я зимой никогда не заходил в Warface, да. Поэтому, ребят, что это за обновление, можно только представлять, потому что, ну, серьезно, я не видел такого обновления никогда. Вот честно, я не знаю, что там может быть такого на карте, чего я не видел вообще в Warface. За те годы, которые я играл. Кто не знает, я играл 3 года. Если считать следующий год, то значит, смотрите, когда я там зашел-то. В общем, это было какое-то... Это было лето. Июнь. Короче, в июне будет 4 года, как я играю в Warface. Где-то. Так, лагает, да, видно, лагает. Ну, дело в том, то, что у меня сейчас на настройках стоит, ну, сказать так, на максималках, да? У меня все, смотрите, стоит. Давайте опять на низкое переключусь. Лагает очень-очень-очень-очень лагает, и мне это не нравится, то, что у меня лагает все. Поэтому я встану опять, давайте, на низкое поставлю игру, потому что, ну, я серьезно, ну,
так играть невозможно. Так, разрешение у меня область рабочего стола. То есть я играю без полноэкранного режима. Ну, чтобы проще было делать скриншоты через свою программу, через вот это. Ладно. О, так попроще вроде стало. Так, ладно. Я побежал. Что-то я разучился даже играть в эту игру. Нет, тут полностью новая карта, ребят, смотрите. Это какая вообще карта? Это Сибирь. Я на Сибири никогда не играл, честно. Оу. Это что такое? Это типа... Я не знаю. А, не могу, не. Я думал, я его убить смогу. Может, какой-то будет бонус. Нет, это просто как светильник. Ну, хотя здесь и так светло. Зачем здесь светильник? В общем, загадка, да. Еще один. В общем, олени или кто это, я не знаю, кто. Если я ошибся, то не пишите в комментариях, типа, ты не знаешь, кто это. Мне вообще кажется, что это какой-то олень. Потому что я не знаю, ну не лось это точно. Так, хотя хрен его знает. Так, ладно. Смотрите, во! Как красиво-то сделана карта. Ладно, там снег-то, ну, текстуры такие серые и белые, ну еще черный цвет есть. Но небо, смотрите, самое красивое в этой карте это небо, не снег. Снег это не очень. Смотрите, небо какое красивое они сделали. То есть снег и небо. Вот смотрите, там даже раскраска чуть-чуть другая, то есть какой-то свет идет другой, кто не знает. О, ну круто сделано. Машина не проделана, потому что я, ну как вам сказать, я сейчас играю на минимальном. Меня убили. В общем, давайте я поиграю только на этой карте, а уже на следующем видео я сделаю уже обзор другой карты, вообще в Warface на Новый год, потому что карта 3, а это значит, что видео будет 3. О, елка, давайте осмотрим елку. То есть я не хочу сейчас играть, потому что смотрите, вот тут есть елка, и смотрите, она подарки какие-то. Нет, подарки тоже какие-то. Там еще подарки огромные, смотрите. Ну, нормально вообще сделано, смотрите. Интересно, будут какие-то новогодние подарки ей давать вообще? Может, будут в обновлении, там, 31 декабря, может, даже. Я не знаю. Так, давайте дальше пойдем. То есть, проделано вообще, ну... я бы сказал, что нормально проделано. Не очень так уж... неправильно, но нормально. Для Warface она нормально. Я понимаю, что это не CSGO, который там, ну, какие-то тупые обновления и вообще карты из мастерской, где зимние карты. Нет, здесь сделано что-то среднее и... не знаю. Что-то реально среднее. То есть, как-то вот так вот. Так, ладно, окей, ребят, так, смотрите-ка, то есть здесь кроме вот этих вот оленей, елок, подарок, зимней карты и всякой разной хрени другой, больше нифига нету, видать, да? То есть здесь другого ничего не добавили, я так понял. Танк, танк я никогда не видел, смотрите, они танк добавили. Почему я никого не могу убить вообще? 4 минуты осталось. Я просто сейчас осматриваю карту. Смотрите. О! Круто. Постреляй, давайте. Сделано это, ну, среднее все равно, потому что, ну, хотя проделано все офигенно, как круто, но, ну, это не идеально все равно. Палочка взрывается. Нет. Это выглядит даже немного тупо. Зачем делать столько вообще, стараться что-то делать зимнюю карту? Это, ребят, это игра, типа, ну, ты должен там побегать по карте, кого-то убить, все. Ты прошел там, например, уровень. Ну, зачем проделывать так вообще
вот такие вот карты какие-то там лишние вообще действия делать, я не понимаю. То, что я никого убить не могу, это ладно. Так, окей. В общем, с картой я разобрался. О, там, ого. Посмотрите-то, что там такое. Я пошел за этой штукой. Я ее не собрал. Не собрал. То есть я жетон не собрал. Это значит, я ноль. Вообще, у меня счет ноль. Я только, ну, проиграл немного. Но дело в том, что это в минус как-то не идет рангу. Я понимаю, что там, вот в CSGO, если ты там убивает, то тебе даже... Когда даже сделали лобби, вот это вот странное лобби, подборку, там даже банили, ну, людей за ВАК тоже. Там вот это вот, ну, еще кое-что было. Там просто брали и, ну... Короче, в этом лобби могли понизить вообще. Если я был глобал, я вам уже рассказывал, то я становился рангом ниже. То есть это было не круто. Так, здесь какая-то стена. Понимаете, эти штуки вообще зачем нужны? Сделаны эти штуки, ну, как-то все равно неправильно. Вот только посмотрите, вот. Вот эти штуки сделаны неправильно. Так, побежал дальше. Немного карта лагает, и это какой-то минус все-таки дает вообще игре, самой карте. Потому что карта сама лагает, и вот мне не нравится это. Потому что карта немного лагает, даже на самых маленьких настройках игра лагает. Вот, мне вот это вот не нравится, то есть на все карты, которые я играл, не лагает. А именно на новогодних лагает. То есть карта, считайте, не проделанная. Ну, в общем... А если она не проделанная, то она не проделанная. Короче, что я могу вам сказать разработчикам вообще этой игры? Разработчики, вы, пожалуйста, ну, как-то уберите вот эти глюки с карты. Если, конечно, вы это можете сделать. Играет, смотрите, всего 16 человек. Лагает вообще. Может, на видео не будет заметно, но лагает. Жалко то, что у меня не написано, сколько FPS в игре, но, видимо, мало. Потому что, ну, я бегу, и у меня лагает, подлагивает немного, а потом опять разлагивает. То есть, как-то это, я не знаю, странно все-таки выглядит. Если я никого не убил, у меня счет 0, и вообще я никого не могу убить. Потому что я сегодня целый день играл только в CS Source на своем сервере. Вы заходите, если хотите. Ссылка есть в описании под видео будет. И, конечно же, будет сайт. То есть, у вас сервер. Это такой специальный сайт, на котором можно найти тоже крутую вещь. Так. Так. Я не могу никого убить вообще. На стандартном. Вообще, ни хрена, никого не могу убить. Все. Это тупая карта. Ребят, вы не обижайтесь, если вам нравится эта карта. Вам нравятся призы, на которые дают призы на этой карте. Но мне эта карта не понравилась. Вот я самое последнее место занимаю, потому что это все из-за лагов. Лаги реально очень лагают на этой карте. Я не знаю, как на других, но мне эта карта не понравилась. Вообще не понравилась. Вы верьте мне, не верьте, но эта карта мне новогодняя не понравилась. Я сегодня еще сниму пару видео о других уже картах. Но хотя бы его, смотрите, я награду получил хотя бы за вообще за день. Но это реально, это что-то вообще нереальное, ребят. Серьезно. Это серьезно что-то не то с этой картой. Она реально лагает. Разработчики, исправьте эти глюки. Играть невозможно. Я не знаю, как убивают другие игроки, но у меня лагает, вот честно. Может, это из-за программы, которую я снимаю видео. Но вряд ли. Потому что я уже на этой карте сегодня играл. И у меня, ну, почти же так же подлагивало, чуть поменьше. Потому что я пару процессов отключал сегодня. Но я перезагрузил компьютер, и вот снимаю видеоролик, и у меня все равно лагает. Подлагивает сама вот эта карта Сибирь. А о следующих картах вы узнаете попозже. Следующая карта будет Ангар Новый Год. Ну а с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео и всем пока.